В апреле текущего года в следственный отдел поступило уголовное дело, возбужденное по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. В качестве обвиняемого предстал житель города Уварова, который осенью 2016 года напал на прохожего, который шел по улице и разговаривал по телефону. Обвиняемый нанес мужчине 2 удара ножом в область грудной клетки и 1 удар в область спины, тем самым причинив потерпевшему легкий вред здоровью. Местному жителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия была назначена амбулаторно-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой обвиняемый был признан невменяемым. В мае 2017 года данное уголовное дело направлено Уварскому межрайонному прокурору с постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Вместо реального срока лишения свободы обвиняемому теперь, согласно судебно-медицинскому заключению, грозит принудительное лечение. Что же вызвало такую агрессию у обвиняемого в отношении потерпевшего, так и осталось загадкой. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона».